З радостю у школу обласная акция под такой назвой традиционно проходит у жнивни. Основная мета – допомогши школьникам со шматдетных и малозабеспеченных семьев и тех, которые опынулись у складанной житевой ситуации. Подрыхтоваться до нового навучального года. Например, у средней школе номер 32 Могилева что год волонтеры проводят доброчинные мероприемства и под агульной назвой «Збираем портфель разом». Выники видовочные у этой навучальной установе уже оказали допомогу 14 семьям.